У роботов и школьников начался новый учебный год. В ДГТУ распахнула свои двери ежегодная школа робототехники. Мы здесь работаем и со студентами, и со школьниками. Учился в ГУПСе, я успел походить по всем факультетам, я посмотрел все, и из-за того, что занимался здесь, меня притянуло больше сюда, как бы. И к тому же я здесь уже тоже всех знал, и выбор пал сюда, потому что душе было ближе и приятней. Занятия проводятся несколько раз в неделю для разных групп, для разных учеников. Есть занятия для детей от 7 лет, есть занятия для детей от 10 лет и от 12. Школа работает по нескольким направлениям. Конструирование роботов, программирование, электротехника, спортивное роботостроение. При этом все ребята в обязательном порядке осваивают базовый курс робототехники. Сегодня мы будем учить числовые массивы. Здесь все-таки это в достаточно игровой, упрощенной форме. Но зная это в игровой, упрощенной, им потом проще гораздо в более сложных дисциплинах. Это в целом помогает мне просто развиваться дальше, так как я сейчас учусь в 9 классе. Вот, и развивает в основном логику, такое логическое мышление. Вот. Я интересовался Лего и узнал, что есть такой кружок, и захотелось пойти на него, посмотреть, что там интересного есть, как там собирают роботов. И захотелось поработать настоящими программами. Ребята конкретно сейчас учатся управлять моторами. До этого они научились там с лампочками работать, считывать сигналы с различных кнопок или входящих датчиков. Сейчас они управляют моторами. Я дал им пример с одним мотором и задачу, чтобы они разобрались, как управлять сразу двумя. А здесь Ардуино, на которой стоит драйвера, которые мы написали, и шина, то бишь физический блок, так скажем. И он отвечает за работу двигателей. Мы подаем сигналы на двигатели, и при каких-то разных условиях они выполняют разнообразные действия. Овладев базой, ребята могут выполнять уже и творческие задания преподавателей. Мы придумываем на свободных темах. Когда нам сказать просто сделать робота, который может ездить, мы сделали один раз танк. На гусеницах. Я собирал руку, но она какая-то была не такая. Идей у меня куча, но я их забываю после того, как создаю. Есть в составе школы еще одна группа. Трехмерное моделирование. Там уже сразу мы без базового курса уже мы берем ребят подготовленных, которые бы уже что-то знали, уже умели, хотели бы заниматься. С нынешнего учебного года в виде эксперимента набрана группа детей с 7 лет. С роботами надо знакомиться с раннего детства. Вот такие роботостроители есть в школе робототехники ДГТУ. Здесь ребята собрались уже все одаренные. Каждый по-своему проявляет себя. Мы видим будущее, когда будут вокруг роботы и будут делать много что за человека. Екатерина Коломиец, Яков Кардо, ДГТУ ТВ.